Добрый день всем, кто заглянул ко мне на канал. Меня зовут Валентина. Сегодня у меня ролик, прям крик души моей. Я сегодня хочу сделать этот ролик и оповестить все свои соцсети, куда я захожу. Как видите, вы ко мне попали на канал. У меня здесь моя фотография такая же самая. Я меняю и ставлю вот такую заставочку. Это мой контакт. Та же фотография у меня стоит, что и на Ютубе, и на всех почти соцсетях. Сегодня с утра мне позвонил сын и оповестил меня такой нехорошей вестью, что мама, у тебя как бы взломали контакт. Обычно странички ВКонтакте взламывают не для того, чтобы добраться до какой-то личной информации, а просто чтобы использовать ее для массовой рассылки рекламы, там спамов. А у меня дошло до вымогания денег, как будто бы я сама это рассылаю и прошу денег переслать на карту мне. Я сразу же с этого экрана прошу всех своих подписчиков, у меня их 28 800, 63 друга у меня ВКонтакте, в Фейсбуке есть. Я прошу прощения, кому попали сообщения с просьбой мне выслать какую-то энную сумму. Я никогда ни у кого ни копейки не просила. Меня взломали мой контакт. Да, действительно, я зашла и увидела, что сегодня выставили порно-фотографии на моем сайте ВКонтакте. Несколько, 10 фотографий. И мою фотографию вот эту вот сменили на свою. Там молодая девушка и подписана Валентина Середа. Вот никогда я никого не просила ни копейки. И когда зашло сообщение, я увидела, что мой контакт, оказывается, взломан еще с 1 ноября. И весь месяц эти люди, которые взломали мой контакт, просили у моих подписчиков сумму энную денег, чтобы перечислила, якобы я просила, чтобы мне на карточку ВТБ пересылали деньги. 5 500, 6 500, 9 500. Вот, без стеснения, без всякого. Я изменю сейчас статус и напишу, что пока канал мой заблокирован на некоторое время, не пересылайте никому ни копейки. Я никогда в жизни ни у кого не просила, наоборот. Я еще помогаю людям, детям, сама отдаю последнее, что у меня есть. Поэтому еще раз прошу прощения за таких людей, которые занимаются нехорошими делами. Когда я зашла на свою страничку, я просто ужаснулась. Оказывается, был взлом у меня 1 ноября. И злоумышленники эти пользовались практически целый месяц вот моим контактом. Как я не могла обнаружить сама, я даже не знаю. Ну, потому что редко заходишь в контакты, в Фейсбуке. И что было, вот они с 1 ноября, вот смотрите сколько. Если вы увидите на своем канале свои фамилии и свои фотографии, я медленно прокручу, их очень много, я хотя бы часть прокручу, что вот 1 ноября было послано, и всем вот, как видите, привет, 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 привет. Но за этими приветами что кроется? Люди, конечно же, отвечают. Кто отвечает? Вот сейчас для примера я открою любые. Вот смотрите, сколько 1 ноября было отправлено сообщений ВКонтакте. Это просто ужас. 1 ноября было отослано, вот я посчитала, больше 100 сообщений. Вот привет, привет. И люди, естественно, кто как отвечал. Вот пишут от меня как будто привет. Ну, Петр отвечает, добрый вечер. Как будто бы я пишу, Петь, получится до завтра 10 тысяч занять? Таисия Гутарова пишет от меня, привет. Она отвечает, привет, опять от меня. Вопрос к тебе, 6 500 рублей до 9 ноября будет? И вопрос. Вот она, Валентина Середа, так же самое, как бы моя тезка, пишет, Валентина, привет. Та отвечает, привет. Вопрос к тебе. 6 500 рублей до 9 ноября будет. И так практически во всех сообщениях просятся деньги. Наступает 7 ноября, перерыв в неделю. И опять 7 ноября опять просят денег. По 5 500 рублей, 6 500 рублей. Вот они все, вот смс-ки. Вот отправлено 7 ноября сообщение Лиля. Как будто от меня написано, Валентина, просьба к тебе, 6 500 рублей, до утра найдется? Лиля пишет, конечно найдется, карту кидай. Да, от меня
как бы идет. На эту нужно и полностью 20 цифр счета ВТБ. Лилия отвечает: молодец и умница, а рожа не треснет? Что-то совсем охренели. А потом же я сегодня вот всем сижу и пишу сообщение, что Лилия, извини, пожалуйста, за идиотов каких-то взломались, сегодня только что поменяла пароль. И я теперь перед каждым своим подписчиком прошу извинения и как бы прошу за каких-то, действительно не буду выговаривать слова, вот, прощения. И также и 7 ноября было отправлено очень много таких сообщений людям. Приходит 16 ноября, 15 ноября, также возобновляется, пишут, ну, кто отвечает, кто не отвечает. Идет 26 ноября, уже на иностранные идут сайты, туда отсылаются. Ну, кто пишет, а кто и не пишет, как бы ответ. Поступает сообщение вот Гульнаре. Просьба к тебе 5 500 рублей, до утра найдется. Она отвечает: вас не взломали случайно? Это она обращается как бы ко мне. Ну, я-то не заходила, я не знала. А от меня, а чуть меньше можешь? Гульнара отвечает: с какой стати мы на ты общаемся? Она думала, что это я. То же самое, прошу прощения у Гульнары, что извините за таких-таких-то. Действительно взломали, сегодня только что узнала, сын написал, чтобы поменяла пароль. И я бы еще хотела обратиться, может быть, неправильно, может быть, правильно, и в Ютубе, и в соцсетях во всех показано, как можно взломать любые сети, и контакты, и в Фейсбуке, и в Ютубе украсть какой-то ролик. Даже сейчас воруют каналы. Но обратите внимание, почему так происходит, почему разрешают ролики такие выставлять. Как можно украсть канал, как можно украсть видеоролик, как можно взломать контакт и нарушить все свои вот эти авторские права. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы на это обратили внимание. Спасибо всем, кто посмотрел мой ролик. Напишите, кто именно получил такие сообщения. Я лично каждого попрошу прощения и извинения за тех людей, которые вот нарушили мои авторские права.